Их имена теперь в книге почета. В День молодежи на главной площади города чествовали лучших выпускников Верхневолжья. Рада Жилкина участвовала в поздравлении медалистов. Чествование лучших выпускников здесь, на Советской площади, уже стало доброй традицией. Эти ребята – гордость своих школ, ведь они блестяще окончили обучение, получив золотые медали. Приятно увидеть столько умных лиц. 269 11-классников области в этом году с отличием закончили школу. Почти в два раза больше выпускников получили 100 баллов на едином госэкзамене. 9 ребят стали призерами Всероссийской олимпиады школьников. Молодые дарования собрались у памятника Михаилу Тверскому, где их поздравил губернатор Андрей Шевелев. Он выразил надежду, что многие юноши и девушки останутся учиться и работать в Верхневолжье. Мы сейчас взяли курс на возрождение нашей земли Тверской. И когда мы говорим о всех инвестиционных проектах, о всех проблемах и задачах, стоящих в экономике, конечно же, мы ориентируемся и ставим перед собой задачу, чтобы прежде всего на родной земле работали земляки, вы. Имена лучших выпускников Верхневолжья 2012 года теперь вписаны в книгу почета. Конечно, для ребят это высшая оценка их многолетних трудов. Самое главное, большинству было действительно интересно учиться. Мне нравится учиться, я хотел поступить в хорошее учебное заведение. В этом я старался и готовился к единому госэкзамену. И учил каждый предмет на отлично. Золотым медалистам очень тяжело, им нужно учить все предметы. И математику, и физику. А это очень сложно, если ты гуманитарий. Но нужно стараться и стремиться к своей цели, тогда все получится. У этих ребят все получилось, и впереди ждут новые высоты. Они знают, чего хотят, и не боятся мечтать.